Здорово, народ, с вами как всегда Кунька, приветствую как всегда на моем канале. Извиняюсь, что видео выходит так поздно, сами понимаете, Новый год, праздник, тут намечается уборка и так далее, тому подобное, салатики, магазины. В общем, ладно, не будем тянуть кота за одного места, у нас три призовых места. У нас имеется 36 комментариев, 183 просмотра всего лишь, как-то на этой неделе слабовато, народ. Ну ладно, я, в принципе, сейчас не занимался особо пиаром канала, не занимался каналом в целом, потому что я болел. Для тех, кто смотрел мое предыдущее видео, я думаю, не надо ничего объяснять. Ну ладно, нажимаю кнопочку, мне повезет. Кошарский у нас выигрывает. Я не знаю, он не указал, какой он сет себе хочет. Так что тогда на мое усмотрение. Так, это зима и летом. Сейчас фильтр быстренько, потому что я так набор устану искать. Так, у нас, значит, есть на Инвокера, на Дарксира и на Джиггернаута. Даже не знаю, поскольку видит цены, он у меня постоянно подписчик. Ну, давайте, он что, на стримах участвует постоянно, движуха наводит, поэтому самый дорогой сет. Ну, опять же, это так, по предварительным данным, на деле они могут быть по одной цене. Ну, они примерно по одной цене, плюс-минус 2 рубля, в принципе. Ладно, Кошарскому отправляется подарок. Нажимаем ОК. Не сбросится? Нет, не сбросилось. Ладно. Отлично. Обновляем. В прошлый раз не повезло. The best pent. В прошлый раз не повезло, а в этот раз, чувак, тебе повезло. Инвентарь монаха Тима скрыт. Этот пользователь не может получать предложение обмена. Народ, ну это уже косяк. Это откровенный косяк. Чувак выиграл, но... Бля, с закрытым инвентарем. Ну, то есть, чел, ну как ты планировал участвовать? Я не знаю даже. Причем я не смогу перейти на его профиль банально, потому что не открывается даже обменник. То есть я ему даже не могу написать на главную, но это сейчас на мою выйдет. Блин, чувак, ну накосячил ты, что я тебе могу сказать, увы. Я не представляю просто, как я реально ему должен передать. Я ему ни написать, ни передать не могу. А я уверен, какой-нибудь челик да захочет им представиться. Так что, народ, давай, открывай. И, может, в следующий раз тебе повезет. Мы продолжаем выбирать победителя. О, Илья Щур, Кунька, тащи на сайтах годные скины. Илья Щур тоже довольно-таки часто присутствует на моих стримах. Слушайте, сегодня что-то всем, кто был на моих стримах, везет. Так. Тоже не указал. Ну, я, в принципе, не говорю указать, на кого хотите набор. Ладно, поэтому с меня косяк. На инвокера я отдал. Так. Ну, видите, Дарксир теперь, в принципе. Я не знаю. Честно, даже не знаю. Давайте, Энни... Так, посередине начнем, чтобы нельзя было читать правильно. Энники, беники, ели вареники. Энники, беники, съели вареники. Ну, вот. Все чистый рандом. О, ёптись. А он у меня есть, друзья, кстати. С Тимми мы с ним катали пару каточек, я помню. Сегодня как-то вообще везет народ тому, кто постоянно присутствует мне на стримах. Так, отправил. Окей. Да, все, второй подарок ушел. И третье место. Вот, MR Doofest тоже присутствует часто на моих стримах, очень давно участвует в розыгрышах, все ему не везло, и в итоге-то повезло, чувак, а я говорил, что я в тебя верю, что тебе рано или поздно повезет, я говорил, а ты мне не верил, чел, вот он твой долгожданный приз, ты получаешь на Дарксира, вот это, конечно, давайте сейчас просто по фану вот эту еще разыграем набор, он мне, в принципе, не нужен, 13 центов. Так, вот так вот. Просто так вот. Для своего комьюнити хочу сделать подарочек небольшой. Отправляем. Третий приз у нас отправился к победителю. Да, вот он. Первое место, второе место, третье место. Ну, тут не по местам просто. Вот, именно. Кому повезло. Ну и давайте кому-нибудь рандомному подарим сет. Я тоже хочу аркану. Бок-бак. Ну, арканы ты его не получаешь, но ты... Становишься четвертым победителем, хотя призовых мест было всего три. Ты становишься четвертым, и тебе подарок на рейки. Такой вот я хуёво Санта-Клаус, блядь. Этот сет просто я для себя приобрел. Не подумайте, мне ни в коем случае не жалко, но я реально его приобрел для себя. Я его просто еще не распаковал.
У меня есть такая цель, я хочу приодеть всех персонажей своих, хотя бы какие-нибудь сеты. Ну ладно, сейчас не об этом. Вот, рандомно просто чуваку залетает четвертое место, хотя всего призовых, как я говорил, три. Ну и вы и сами видели предыдущее видео, если смотрели. Вот. Отправить. Окей. Вот, а сейчас сбросился почему-то. Не знаю, как это работает. Все. Четвертый победитель вообще рандомно залетел, короче, так-то и бывает. Вот, народ, кстати, пока помню, такой вопросик к вам, лично к вам, к моему комьюнити, вы будете сейчас творить судьбу моего канала. Смотрите, как вы уже знаете, я проверил не один сайт, проверил не одну группу и так далее, нашел кучу разводил. Вот, и такой нюансик. Я сейчас думаю уйти проверять сайты по CSGO, то есть, да, покрутить там пистолеты, ножи и так далее, там, ну, ножевой кейс я не буду крутить, ладно. Вот, но покрутить, в общем, уже кейсы, а не сокровищницы, как вы на это смотрите. Если вы боитесь, что, типа, Кунька, блин, я не играю в CS-ку, да, я только по доте, народ, вы можете не переживать, я сделаю специальные челленджи, ну, такую специальную функцию на моем канале, что вы можете будете просто в комментариях указать Dota или CS, просто подписать Dota CS, и я вам отдам эту шмотку, которую разыгрываю. Если вы напишете, допустим, Dota, я просто перетрейжу ее сам, и вы получите шмотку, которая точно такую же сумму стоит. Да, то есть вам не придется даже самим трейдить. Или же я вам просто отдаю эту шмотку, вы уже сами перетрейдите, да, на что хотите. Просто реально, народ, я уже проверю почти все сайты по Dota. Осталось там 2-3, но 2 из них точно я проверять не буду, потому что там онлайна просто нету, его просто нет, народ. Я не собираюсь, честно, просто так дарить каким-то людям по 1000, там, по 1500. Есть один сайт, который я еще хочу проверить, но мне уже не терпится приступить к КС-ке, если честно. Потому что реально хочу уже проверять сайты по КС-ке, она более популярна среди открываний, да. Там, опять же, более богатый дроп, ну, в плане того, что дропа там больше. Вот, так что, народ, давайте, вы решите судьбу моего сайта, ну, судьбу моего канала. Надо написать под это видео комментарий, КС-ка или Дота. Я подсчитаю, если выиграет Дота, то проверю еще крайний сайт. Вот, и потом сделаю только итоги по сайтам. Если выиграет КС-ка, то я сразу же сделаю итоги по сайтам, которые я уже проверил по Доте. И мы к вам, с вами перейдем на сайты по CSGO. Ну и все, народ, с вами был, как всегда, Кунька, с вами был, как всегда, Кунька, спасибо, что смотрели, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео или стримы. Перед Новым годом я обязательно выложу еще какое-нибудь видео, да, с поздравлением для моих подписчиков, не переживайте, я вас ни в коем случае не забуду, вы мое самое любимое, самое лучшее комьюнити, я каждым из вас дорожу, реально, народ, спасибо большое, что вы со мной, спасибо большое, что меня смотрите. Ну а на этом сегодня все. Всем желаю пошлых подружек, адекватных тиммейтов. Пока-пока, народ!